Это Константин. Он будет заниматься с тобой по математике. А зачем это все? Чему меня может научить этот репетитор? Ну ты ботан. А что у тебя с рукой? Со скейта упал. Типа тебе не все равно. Я могу тебя научить, если хочешь. Прям завтра. Хочу. Дил? Но только после того, как мы позанимаемся. Это зануда. Ладно. Не будет занятий, не будет скейта. Манипулятор. А может, ты в меня влюбился? Ну, ты самоуверенная, Вик. Я ж тебя страхую, не бойся. Или ты мне не доверяешь? Чего я должна тебе доверять? Я и так уже жалею, что сегодня слишком разоткровенчилась с тобой. Я рад, что ты мне все это рассказал. Спасибо.